В Казахстане для инвесторов созданы благоприятные условия. В этом уверены турецкие бизнесмены. Казахстанское правительство своевременно приняло эффективные программы, направленные на развитие предпринимательства и бизнеса, подчеркнул в интервью крупный турецкий предприниматель Тарык Зиял. По его мнению, освобождение иностранных инвесторов от налога на корпоративную прибыль и земельного налога на 10 лет – большая подмога для бизнесменов. Эта мера не только спровоцирует рост малых и средних предприятий, но и позволит значительно сократить безработицу. Отметим, что представители турецкой стороны уже заявили о своем намерении инвестировать средства в экономику Казахстана. Нас, как предприятие, работающее на текстильном производстве Турции более 40 лет и создавшее известный мировой бренд, очень интересует весьма обширный рынок Евразийского экономического союза. До этого у нас были отдельные торговые отношения с каждым из этих стран, а сейчас условия изменились в корне. Поэтому хотим принять совместные проекты с членом экономического союза Казахстаном, расширить масштабы предприятия. Нас очень радует то, что президент Нурсултан Назарбаев всегда поддерживает иностранного предпринимателя и создает все условия для его успешной работы.